И всем привет! С вами я, Сахар Покемон. И, короче, вы поняли, в какую мы игру будем играть. Стартов 2. Сегодня мы будем играть на союзниках. Не знаю, почему не на соревновательных, потому что что-то мне хочется на союзниках играть. Ну, а сейчас мы переносимся в саму игру. Ну и вот мы уже в самой игре. Мы будем играть на Санстоне. Я немножко подрос по скиллу. Теперь я нубик. Ну как не нубик? Нормальный. Один раз челика через стену убил хэдшотом. Пипец у него тычки. Так, тут не было матов. Минус. Ой-ой-ой. Какой ты плохой мальчик. Что ты это сделал? Ой-ой-ой. Сейчас, погоди, я его с ножа. Блин. Так, вот, все, игра начинается. Так. Закупаемся. Не судите меня за раскидки. Я не идеальный игрок. Понятно. Вот у нас пошла вторая игра. Закупаемся. Точнее, как вторая. Второй раунд. Блин, не туда. Кину. Не туда. Ладно. Почему я даже килла не могу сделать? А? О, у меня поинт. У меня поинт. Имба. Давайте выходить, давайте. Не будьте. Как они там указывают? Как, если оно меня даже и не задевало? Ладно. Тем временем счет у нас 2-1. Покупаю АКР. Пожалуйста, только не пишите в комментариях то, что я нубло. Как бы у меня ранг бронза 1. Мне попадаются не дохляки. Да и сам я чуть не хорош. Сам я вам не должен тащить. Под 100-0. Короче, я на А пойду. Блин. Не увидел. Опа.
Не знаю, там. Ты на всякий случай кину. Откуда он взял? А нет, тёмка же закрыта. Откуда он взялся? Хорош. Мне кажется, он за меня всю катку тащит. Ну да ладно, не буду думать о таком. Мать. Опа. Смена команд. Да блин, купи ты хаешку. Не мучайся. Ты чё? А, ты не мой. Чё сделал? Упал. Минус. Спасибо. Как всегда, он слился. Чекаем. Прикольно. Да, сейчас я эту штуку сюда перенесу, чтобы она не мешала. Так. Что купить? М16 прикуплю. М16 это вообще другая тема. Не свободен. У него варкона есть. Гол пишет. Я его гранаты взорвал. Шесть хп. Блин, а я дебил. Он пишет ок. Ладно, возьму это. Без никаких гранат. Просто по-любому все на скин. Прикольный какой. Даже без скина. Да блин, а ты иди. Ну что? Минус. Красавчик. Аккуратненький. Все. Чего там не было? Да блин, а! Хотел чисто подобрать мне М16. Не дал. Нас решающий. Кстати,
можете написать в комментариях вы, кого вы больше всего любите ютуберов по именно постановкам. Я лично Бовина. Бовин — это крутой чувак. Я этому в голову попал. Я Бовину в голову... А, нет, это не Бовин. Короче, я челу попал ровно в голову, и это не засчитало как урон. Вот именно из-за этого я не смог это. Повысить себе рейтинг. Блин, мы так это будем... Будет мы ММР будет меньше. Пипец. Держи. Один патрон. Да, сюда. Ура, я повышу свой бронзу. Крупно. Да. Бронза, ура! Бронза 2! О, хорошую игру дали. Ну и последняя катка на сегодня. У нас будет гонка вооружений. Заходим. Россия, давай, ищись. Да, на нее мало опыта. Ну и чё? Ни разу не играл на такой карте вилот. Че у всех ножей? Брутальный мужчина. Лёша, ох, реальный. Брутальный мужчина из кирпичина. Опа. Блин. А, нет, я на только карте играл. Там челик стоит. Нет. У него по 90 самурай. Фига ли ему так много, да? Дайте мне уже какую-нибудь оружку нормально. Я не хочу с МП7 бегать. Я задолбался бегать с этой оружкой. Меня капитан убил. Точнее, лидера. Где он? Пипец, не просто там стоят тупо. О, наконец-то! Минус. Где эти-то?
Нет? 190! Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что такое. И мы, если бы мы знали, что это такое, мы бы знали, что это такое. А. Очень страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы бы знали, что это такое. Опа, дробашек. Поднял дробаш на бытовое. Хоть мне тысяч. Мне дали. Я рад теперь тому. Как дела? Как дела? Минус. Спасик. Спас меня, спас. Минус. Помощник. Нет, помощник, точнее, спасик. Меня убивают. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы бы знали, что это такое. Меня спас, очень спас. Ну почему? Почему я не могу никого убить? Я вообще в пятый месяц не зову даже. Вот Фумасик. Фумасик меня спас. Мне нужно убить Лёшу Лоха. Точнее, кого-то мне нужно убить. Понятно. Очень страшно, очень страшно. Ну и вот на этой ноте, наверное, для вас не грустно, потому что вы покинули этот ролик уже давно, наверное. Наверное. Мы просто заканчиваем это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пожалуйста, не забывайте. А с вами был Сахар Покемон. Всем удачи. Пока!